У родильном доме Гомельской областной клинической больницы у день незалежности на свет з'явились усяго два немаўляты – хлопчик и девчинка. Это самый стиплый показчик с 2008 года. Менавіта тады у регионе стартовала акция «С любовью до детей». Счастливых мати новорожденных Татьяну Захарову и Олену Алексеенко віншує наместник старшини аблвыканкама Владимир Привалов и представники Гомельской областной организации «Белая Русь». Для жанчын приемный сюрприз стал полной и нешаканностью. Неожиданно как-то и празднично. Мне очень понравилось. Я благодарна, что нас не оставили без внимания. Ну, конечно, очень приятно, что не оставили без внимания. Мы даже не надеялись, если честно. Даже удивились, когда сегодня сказали нам. Ну, что, спасибо, конечно, очень приятно. Починаючи з 2008 года, 3 липеня на Гомельщині народилися больше за 150 немовлят. И кожного маленького белоруса разом с матей віншували представники Белой Руси. А в минулом году была организована новая акция. И детям, які уже йшли у школу, уручали их первый портфель. Подарунки отримали 22 першокласники. Сёлета гэтая акция протягнется. Символично, что в день независимости, в нашей независимой, стабильной такой стране рождаются детки. Ведь это большой праздник для страны, а для каждого родителя, для каждого взрослого человека, наверное, самое почетное и самое приятное – быть родителем. И это самый большой праздник, который происходит в семье, когда рождается маленькое чудо, происходит волшебство. Зразумела, покуль немаўляты не ведают, у який значный день для Беларуси народились, але безумовно, коли вырастут, яны станут достойными громадянами краины и соправдными патриотами. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».